Йоу-йоу, хлопці та дівчата, бажаєте фірмово відпочити? Тоді вам на берег Азову, до бази Перлина Карпат. Дуже рад, бо я їду Перлину Карпат. Елітні двоповерхові будиночки з екологічної деревини, золотий пляж та супер відпочинок. Я їду Перлину Карпат. Федотова каса на Азовському морі, база відпочинку Перлина Карпат. Телефон 050 990 30 30. Дуже рад, бо я їду Перлину Карпат. А? А что тут происходит? Мой. А что вы тут делали? А что вы тут делали? А у вас рулетка сертифицирована? Не а что, а так точно. Рулетка сертифицирована. А почему я должна так точно сказать? Вы кто? Вадим Николаевич. Я не знаю вас. Это начальник парковщика. Скажите, пожалуйста, вы все такие в паркомате, блядь, дерзкие? Да. Все. Ты же главная паркоматчица или что? Да я так и понял. А я предупреждал, что... Так точно. А что ты убежала? Все, уже устранила. А я предупреждал, как... что... Кагалацы в вас, а у нас бизнес. О, а ну давай там пойдем. Подожди, ну что тут происходит? Город Днепропетровск, что вообще по парковкам обнаглел? Тут да. А что вы делаете, мужики? А что вы делаете? А у вас есть разрешение на эвакуацию? Конечно, есть. А можете его предоставить? Держите. Да. Слушай, дядь, ну же, бери свою балалайку уже отсюда. Я походу по нормальному предлагаю. Не, у тебя есть разрешение на эвакуацию? Чего ты вторым рядом стал? Сам по себе скажи. Кто тебя вызвал? У тебя провинцовые вбегают? Какой инспектор? У нее есть право или что? Конечно. Ты на основании чего работаешь? Понаехали, да? На основании чего вы работаете? На основании документов и принятых. Так смотри, чтобы сейчас твою машину не забрали. Забирайте. Она не моя, она государственная. Тем более, что ты со вторым рядом стал? Тебе разрешено? Потому что это спецтранспорт. Да, а ну ПДД покажи мне, где спецтранспорт. Возьмите, желтыми маячками можно вторым рядом становиться? Почитайте. А от какой пункт ПДД? А вот почитайте. Какой пункт вы ПДД? Грамотный. Конечно, я грамотный. Да машину, ты понял, хотят бедолаги забрать. Спиздить, да. Машину. Вот, вот эту, братан. Нормальная комплектация, титаниум. А что не так? Слышь, она, наверное, не попадала никогда. Рубу, мужскую работу, она не снимает. Можем, но применять ее, применять ее до тебя мы не будем. Грубу мужскую работу. А за что ты машину забираешь? А вы умеете, кроме телефона, снимать? Ну, что я сейчас камеру еще достану. А кроме фото, видео, фиксации, съемок. Да я боюсь, чтобы ты мне в лицо не дала. Я не берусь. Да мало ли, ты такая боевая бабенка, что ну, можешь. Ну, более боевых вас мужчин. Короче, ты главная здесь по забиранию машин, да? Нет, там еще один чувак на углу. Да. Подходит. Девушка, мы вам помогли, чтобы вот эти ироды не забрали у вас машину. Все, на сегодня день заканчиваем рабочий. Заберите вот эту, вот. Это точно. Подожди, Вадик. Да. Не получилось. Да, зафиксировано. Оставайтесь на месте, вы вторым рядом стоите. А ты еще не попадала на такое именно шоу? Я думаю, это цирк со стороны мужской. Мужской? Вы умеете делать, а вы в рамках закона работаете? Конечно. Какого? Почитайте. Номер. Номер. Почитайте, я не обязана. Ну, поставьте, там же движение. Ну, ехать невозможно. Ну, это ужас. Нет, есть предложение за ним покататься и вообще парализовать его работу. Покатайтесь. Вы же умеете снимать, покататься. А что ты умеешь делать? Если что, он крутой. Ну, научитесь вы. Что ты умеешь делать? Скажи, а пожалуйста. Мы не приходили с вами на ты. Да я имею право это говорить, нет, понимаешь? Мы, а ну, на норму закона сошлись мне. На какую норму закона? Ну, ты говоришь, я не имею права. Чисто человек по-человечески. Я девушка, а вы мужчина. И что теперь? И что теперь? Аккуратно дверь. Даже мне с цепком. Дверка аккуратно, не отъезжает. Все хорошо. Отъезжает. Куда ты ушла? Куда ты ушла?
Братан, что нахуй? А ты что, уже все? Ощутила, а? Ощутила? Позоришь! Поговори. Да, Александрович. Как же, да че какой? Ой, сори. Так это моя. А фишки нет, а можно было поставить. Подожди, а когда объезжать неудобно, фишки можно было поставить. А что это? Недавно номера нету. Это твоя? Ой, брат, девушка, что-то фотка. А где этот номер? Нет, а что тут написано? А что там написано? А что должно быть написано? А ты что-то должен? Я ничего не должен. Ты никому ничего не должен? Я вам не должен точно. Тачки ты забираешь? Передайте привет, да? Короче, друзья, это город Днепр, ребятки, ребятушечки, мы столкнулись с парковщиками, отбили у этих демонов автомобиль, который они хотели забрать. Ну, вы сами все видите. Ладно, давайте отваливайте отсюда. Ладно, отъезжай. Вета, отдай ему фишку. Фишки отдай. Это при одном условии. Видео опубликуешь, подпишись на канал. Кто первый? Куда отдаю? Вот посесть. А можешь присесть на нее? Не, я ж тебе не клоун, это у вас нравится. Что, не можешь присесть? Слушай, это позвать тебе выдали фишки. А это реально только... Давай, с этой улицы даже не стойте, я вас прошу. Я вас заклинаю. Ой, блядь, аккуратней. Там он здесь синяя Рено. А, да, там синяя Рено стоит, Додж, блядь. Давай. Самец. Я говорю, давай, уезжай, не стой вторым рядом. Давай, чтоб я, ну, не нервничал. Да, блядь, хай едет. Друзья, ну, как-то так. Ладно, погнали там дальше, смотреть, чтоб они не забрали. Вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а парковщикам мы сегодня в городе Днепропетровске отбили. За кем? За эвакуатором. Вон машина стоит, чтобы... Стоят. А где эта куропатка? А, вон они, пошли. Братуха, а куда ты уходишь? Слышишь, выпиши вот там постановление, вторым рядом стоят машины. Можешь выписать? Давай, ее можешь первую. Чтоб я за стоянку не платил. Проезжай, проезжай, не останавливайся. Давай, проезжай. От греха подальше. Давай, проезжай, ну его нахер. Давай, 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 давай. Сейчас письмо. Парковка не платит. А че, там же это. Братуха, 20% вот работает. 25%. Я помню, вы жильцова. Да, побачили. Ну что ты, звездочка моя. Если что, ты ж не забудь подписаться на канал Водос Харьков. Я тебя тоже туда же. Друзья, ну как-то так. Вы знаете, что делать. Там лайки, подписываемся на канал.